माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपिया नवल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपिया नवल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा। आप लोग से पीछे पीछे बोलो कुंज बिहारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जामुन तिरवन चारी जय कुंज बिहारी जय जामुन तिरवन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि वो 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण ओम ज्ञान तिमिरां धस्स ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महागदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत आज आप बैठिए प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति दास श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि этот месяц имеет особое значение, потому что божество, которому поклоняется этот месяц, это Шримати Радхарани. И этот месяц Картик также называют Урджа-врата. Урджа значит свет. Также то, что энергия, свет-энергия, то, что дает силу. Кто энергия Кришны? Это Радхарани. Гурудев, он очень милостив. Если кто-то в этот месяц приходит на Мангаларати, совершает парикраму, приходит в храм или приезжает в Вриндавана, на Гирирадж, совершает там парикраму, повторяет святое имя. Даже если небольшое количество человек совершает такого служения, то он обретает большой плод. И это значит, что очень быстро Шримати Радхарани даст свою любовь бхакти этому человеку. Поэтому Радхарани очень милостиво. Прабхадананда Сарасвати Пад говорит, если слышно не очень хорошо, вы говорите. Итак, Прабхадананда Сарасвати говорит, что есть семь океанов. Соленый океан, медовый океан, молочный океан, сладкий океан, океан вина. Так есть семь видов океанов в этом мире. Шримати Радхарани, у нее в сердце также есть. Лаварняч. Это океан красоты в ее сердце. Что вся Вселенная привлекается Кришне. Но сам Кришна, он сам без ума от красоты Шримати Радхарани. Поэтому ее назовут Лаванна Синду. Следующий — это Ватсалия Синху. Она очень милостива, она очень сострадательна, то есть океан сострадания, океан любви. Так же, как мать так же, как родители очень любят своих детей, так же Шримати Радхарани. Очень милостиво. Дальше Крипа Синху. И следующее — это Видакта Синду, или океан вариантов, или океан разнообразия. Таким образом, все эти океаны находятся в сердце Шримати Радхарани. И месяц, который сейчас проходит, это месяц Шримати Радхарани. Гурудев говорил, что есть два Дамодара. Яшода Дамодар и Рада Дамодар.
Например, Кришна Асим, безграничный. И снаружи, и внутри. Но он позволяет связать себя маме Ишоды именно в этот месяц, месяц Картика. И когда Кришна танцует танец раз, в этот месяц также. И когда Кришна танцевал танец раз, то гопи, они восгордились. Они думали, что Кришна танцует, каждый гопи считал, что Кришна танцует только с ней. И вот почему они так считали? Потому что когда Кришна сыграл на флейте, каждая гопи, оставив все свои дела, прибежала к Кришне навстречу. У кого-то не был накрашен, был накрашен только один глаз. Или украшено наполовину лицо. И Кришна тогда своими руками закончил макияж, украшение каждый год. Поэтому каждая думала, что она именно единственная общается с Кришной. И каждая из них возгордилась. Она думала, что среди всех трех миров самая удачливая я, потому что я общаюсь сейчас лично с Кришной. Даже если, когда капельки пота выступали на у гопи, то Кришна своей питамбарой стирал их. И гопи подумали, что нам теперь не нужна Радхарани. Каждый из них думал, что я независима в отношении с Кришной. Имею зачем мне Радхарани? Но, в общем, Радхарани — это Расешвари, это хозяин, это Ансараса. Итак, тогда... А Радхарани, она видела, что Кришна танцует и с ней, и с другими гопи. И тогда она проявила ревнивый гнев. И она убежала с Нансараса. И когда она убежала, Кришна подумал, Расешвари, Шримати Радхарани, если ее больше здесь нет, то нет и расы. И... То есть Кришна понял, что он не чувствует той расы, который чувствовал до этого. Это одна причина. Вторая причина, что Кришна захотел разбить гордыню гопи, которые танцевали сейчас. И Кришна тоже ушел с танца расы. Кришна в храме бежал, и Кришна бежал. Krishna is in the form of Shyama Sakhi and he is holding the hand of Radhika. Krishna in the form of Shyama Sakhi is saying to Radhika, let us both search for Krishna. И тогда Кришна принял форму Шьяма Сакхи, женскую форму, форму гопи, и он сказал Радхарани, пойдем искать Кришну вместе, и они отправляются искать Кришну. Кто эти гопи? Кто Радхарани? Каждая гопи это одно из настроений Шримати Радхарани, одна из ее бхав. Когда Радхика, она догадалась, что это Кришна с ней в форме Шьяма Сакхи, она подумала, что когда Шримати Радхарани сказала, пусть гопи также увидят, что я хочу, чтобы мои гопи, да, они в продолжении моего тела, кайавьюха, я хочу, чтобы они тоже получили возможность с тобой общаться, поэтому давай подождем, чтобы нас гопи тоже нашли. И Кришна тогда сказал, хорошо, садись мне на плечи. И когда Шримати Радхарани пыталась сесть Кришне на плечи, он исчез. Тогда, когда гопи пришли и увидели Шримати Радхарани, которая сидела и плакала, и они пытались успокоить Шримати Радхарани, почувствовав к ней сострадание, что Кришна тоже оставил ее. И они начинают петь гопи-гиту.
Открой. गोपियों ने जब बैठ करके गोपी गीत को गाई और जब उन लोगों ने गोपी गीत Тогда Кришна появился среди них в форме Ман-Мат. Кришна появляется перед всеми гопи, среди гопи. И некоторые гопи, они бросились к Кришне, затронулись до стоп, кто-то обнял его, кто-то предлагал тамбулу Кришне. Но некоторые гопи, которые не подходили к нему, стояли в стороне и смотрели на него. И среди них была одна особенная гопи. Она стояла на особом отдалении, дальше всех. И она, бросая искоса взгляды, смотрела на Кришну. И Кришна смотрел именно на эту гопи, которая смотрела на него издалека. В Бхагаватам ее имя не написано. Но Санатана Госвами, он описывает, какая группа, какие гопи, какую как к Кришне подошли к Кришне. Например, те, кто предлагали тамбулу, обнимали Кришну, это были из Чандравали, группы Чандравали. Те, кто стояли на дисне, на расстоянии, это были Лалита, Вишакха, Чамхалата. Та гопи, которая стояла на отдалении, смотрела искоса на Кришну, это было именно Шримати Радхарани. Так, Кришна смотрел лишь на нее, а Радхарани смотрела только на Кришну. Лалита и Вишакха, они думали, что, может быть, вы, гопи, держите стопы Кришны, предлагаете ему тамбулу, но посмотрите, куда смотрит Кришна, он смотрит лишь на Шримати Радхарани. Поэтому кто самый удачлив? То самая удачливая гопи Радхарани, потому что Кришна на нее смотрит непрерывно, на нее одну смотрит. Тогда гопи, они свои накидки расстелили и пригласили Кришну сесть. И Кришна так и сделал. Тогда Шукадева Госвами говорит, кто такой Кришна? Кришна необычный герой. Сияние ногтей, ноготка одного Кришны, даже Господь Брама не может увидеть это сияние. Посмотрите на этого Парабрахман. Он сидит на накидках, которые предложили ему гопи. Кришна сидит на асанах, которые предложили гопи. И тогда что гопи сделали? Они связали накидку Кришне и накидку Радхарани. Они думали, что этот Кришна, гопи подумали, Кришна, он такой, как бы, он такой по характеру, что может убежать просто в любой момент. Поэтому они связали его с Радхарани, чтобы он не убежал. Эта лила проходит именно в этот месяц, в карте. Кришна, он безграничный, изнутри и снаружи. Но его контролирует любовь мамы Ишоды, его контролирует любовь гопи. Кришна, он позволяет контролировать себя любовью. Поэтому, если у человека в сердце хотя бы немного бхакти есть, то Кришна поддает себя этому человеку. Поэтому этот месяц, он очень важен для нас, потому что он дает возможность обрести эту любовь. И много-много лил проходило в этот месяц.
Кришна ворует масло, он танцует танец раз, он поднимает Говардхан, убивает Кансу. Во всех домах Гопи он ворует Гопи, мама Ишода связывает его ступу, за ступу привязывает его. И также столько много наших ачарьев явилось и ушло в этот месяц. Два месяца назад, например, мой гуру Падма, Нитилила Кришна, Вишнупад, Аштаршата Шишимад Бхакти, Шри Рупа Сиданти Гусвами Махарадж явился, а за день до этого ушел Вамана Гусвами Махарадж, Триграма Гусвами Махарадж, Бхактинанда Свами Махарадж. Был день их ухода. До этого Титхи Бхакти Ракшакшкара, уход Бхакти Ракшакшкара Гусвами Махарадж. До этого Бадай, Бхактидайта Мадхава Махарадж тоже будет, ну, как бы, дальше в Картику. И так вот месяц очень многие ачарьи, они ушли, либо пришли спутники Прабхупады, Пакистан, Сарасвати, либо родились, либо ушли. В первый день также в первый день Картики был день ухода Бхакти Прагьяны Гусвами Махараджа, того, кто основал Гауди Веданта Самити. Поэтому Гурудев говорит, Картика очень важный месяц, особенно сейчас. Мы сейчас сидим у подножия Гирираджа Говардхана. Мы совершаем Гирираджа Парикраму, и мы видим места всех этих лил. Сегодня мы пошли на Манасигангу. Совершили Ачиман Манасиганги, отправились в храм Харидева. И так вот месяц. И таким образом мы пришли на Манасиганги, совершили санкальпу, дали обед совершать парикраму. Какая лила связана с Манасигангой? Однажды в Раджавасе они захотели отправиться, совершить на Гангу. В день, когда особенно, когда Ганга проявилась в этом мире, и Раджавасе тоже подумали, хорошо, мы тоже пойдем по совершим Авене в этот день. И они уже начали готовиться, чтобы отправиться на Гангу. И Кришна подумал, эти Раджавасе, они такие простые, они хотят отправиться так далеко в Гангу, чтобы совершить Авене. Но Раджавасе не считаются какими-то возвышенными личностями. Но давайте разберемся, кто такая Ганга. Ганга — это Чаринамрита, состоп Ваманадева, кто является проявлением Кришны. Но сам Кришна... Ну что это Браджадам? Но в Раджавасе они спутники Кришны, непосредственно с ними могут общаться. В этой шлоке говорится, что все святые места, они служат Поливраджа, что все хотят получить даршан. И все святые места находятся здесь. Почему? Потому что когда Радхарани, она идет по земле в Раджу, если хотя бы человек в Дхаме, где Кришна является своей лилой, делает хотя бы один шаг, то то же самое, что он посещает все святые места, в том числе Прояг. Других. Что такое Прояг? Прояг — это место слияния Ганги, Ямуны и Сарасвати. Но, то есть очень священное место, благоприятное, но Врадж. Что такое Врадж? Или что такое Каши? Каши тоже очень святое место, но здесь
Раш, он один, как бы одна песчинка здесь, это миллион-миллион каши. Каждая Бадрикашам. Здесь тоже Бадринат и Кедранат, они как слуги живут тоже здесь. Все святые ситхи находятся здесь, как Павраджи. Святостных слов Шримати Радхарани проявляются все эти святые места. Поэтому кто-то совершает парикраму всех. Тот, кто совершает парикраму в Раджа Мандалы, тот посещает все святые места. Существует во Вселенной. Существует во Вселенной 6 миллиардов святых мест. Тот, кто совершает парикраму в Раджа Мандалы парикраму, 6 араб или 6 миллиардов святых мест посещает. И Кришна думает, что Вриндаваси, они просто не осознают свою славу, они такие просто сердечные, они хотят совершить омовение в Ганге. И тогда Кришна думает, Кришна, он являет свои сладостные игры здесь, он качаясь тащит сандалии своего отца, с трудом приносит ему сандалии своего отца, сам служит своему отцу. Надо бабал, так. Рад. И он думает, что вот Кришна будет так заботиться о нас, когда он еще больше подрастет. И когда Ананда Баба что-то есть, то Кришна бывает залазит к нему пальцем в рот и тоже забирает у него остатки пищи Ананда Бабы. Когда Ананда Бабы, когда Ананда Баба принимает просад на одной бедре у него сидит Кришна, в другом Баларама, и он предлагает Баладеву сначала, затем Кришне, например, масло. Иногда Кришна сам берет. Кришна питается остатками пищи Нанды Бабы. Баладев Прабху питается остатками Нанды Бабы. Насколько удачлив Нанда Баба. Кто-то может поклоняться Шрути, кто-то Смрити, но я поклоняюсь Нанде Бабе. Почему? Потому что во дворе Нанды Бабы сам Парабрахман Шри Кришна ползает и является столько много разных лил. Это говорит Кави Карнапур. Мы кланяемся Нанде Бабе. Джай! 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 इसलिए कृष्णा सोच रहे हैं ये शब्द सब कहां जाना चाहते हैं मैं जो जिस नंद बाबा का कृष्ण думает куда же не хотят пойти я сам пульс стоп Нанды Бабы каждое утро себе кладу на голову а Ганга она проявляется как Чаринамрита, Анши, Кришна. И Кришна говорит, они хотят в моей Чаринамрите искупаться, но я сам хочу получить их Чаринамриту. И тогда Кришна говорит, они говорят, мы пойдем на Гангу. Он говорит, и Ганга же здесь есть. И они пришли сюда, у подножия Говардхана, и Кришна вспомнил о Ганге,
И на самом деле, издав красивый звук, Ганга проявляется в форме Манаси Ганги. Все в Раджавасе совершают омовение. И сама Ганга Деви, она в олицетворенной форме, стоя на крокодиле, она дает свой даршан, и даже она получает даршан в Раджавасе и кланяется им. Тогда в Раджавасе все совершили омовение. И можно ли сказать, что в Раджавасе очищаются, нырнув в Гангу? Нет, это Ганга очищается тем, что в Раджавасе совершает омовение в ней. Бхагаватам говорит: в этой шлоке с Бхагаватом говорится, что преданный является местом паломничества. Почему? Потому что у него в сердце сам Господь находится. Зачем садху идти в места паломничества, самому совершать омовение, чтобы очистить эти места, потому что многие люди приходят на Гангу, чтобы оставить там свои грехи, и в какой-то момент Ганга становится нечистой. И на преданный у него столько силы, что он отправляется в места паломничества и очищает их. Преданный совершает омовение в Ганге и забирает, сжигает все грехи, которые в Ганге. И снова Ганга становится абсолютно чистой. Итак, Раджавасия — это жемчужина, драгоценные камни всех преданных, среди всех преданных. Когда в Раджавасии совершили омовение в Ганге, она почувствовала, что она очень удачлива, что она получила даршан в Раджавасии. Тогда Гирираж подумал, посмотрите, сам Гирирадж, то есть Ганга, она на Гирирадже находится, то есть на самом Гирирадже. Гирирадж сам совершает омовение в Манаси Ганге. И так как эта Ганга появилась из ума Кришны, то омовение в ней приносит гораздо больше плодов, чем омовение в Ганге, которое проявлено. Затем сегодня также мы ходили в храм Харидева. Это храм, где Кришна держит на своем мизинце левой руки Гирираж Говардхан. Это то же самое место, где Кришна держал Гирираж Говардхан. И в той же позе, вот там божество, в такой же позе, как Кришна стоял. Ваджранаб, правнук Кришны, он запечатлел именно такого Кришну форму божества. Кришна Чакрапан говорит, что с одной стороны Кришна, он стоит, одна рукой держит Гирираж на мизинце, а другой рукой правой он уперся себе в поясницу. Почему это такая поза? Потому что этот очень сложно пересечь, этот океан материального существования. Потому что мы все находимся в этом океане рождения и смертей с незапамятных времен. И столько переживаем всяких страданий от ума, от общества. Этот мир — это обитель страданий. Говорится, что это самсара давала. Пылающий пожар материального существования. Поэтому очень сложно выбраться из этого города рождения и смерти. Но таким образом Кришна показывает, с одной рукой он показывает, что очень сложно выплыться отсюда, но другой рукой он показывает, что если кто-то принимает
прибежище в Кришна-бхакти, то этот Бала-сагара, который очень высоко находится, она, как бы, человек просто легко, то есть этот океан, который очень глубокий, он превратится в лужу, которую можно будет перейти просто. Бхактивинода Такур говорит, что в этой жизни, если ты хочешь добиться успеха, ты должен углубиться в Харинам, потому что это является квинтэссенцией всей жизни. Если ты примешь прибежище в Харинаме, то этот океан материального существования, он просто высохнет. И это будет просто песок, ты можешь просто перейти его. Так, в Кали-югу не нужно совершать супер каких-то аскез, медитации. Единственное решение — это повторять имя Говинды. Поэтому в этой шлоке говорится, нет другого выхода. Рупа Госвами говорит, человек, который повторяет святое имя, три вещи происходят. Сколько вещей происходит? Три вещи происходят. Я скажу, постарайтесь запомнить. Первое, повторяю святое имя, три вещи происходят. Пожалуйста, запомните. इसलिए कहते उसका तीन काम होता है बोले तीन काम क्या होता है पहला काम है जब कोई व्यक्ति धर्म का नाम जो प्रश्न करे नरक में जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाता है बोले यमराज зовет Читра Гупта. Читра значит фотографировать, Гупта значит скрытым образом. То есть тот, кто следит за тем, что мы делаем, тот, кто втайне наблюдает за каждым нашим действием. Если кто думает, что я заберусь, закроюсь на 70-м этаже, спрячусь где-то, и меня никто не увидит, нет. Читра Гупта фотографирует непрерывно. Ты нигде не спрячешься, ни днем, ни ночью. Читрагупта, он втайне, втихаря, фото все фотографирует. Но тот, кто фотографирует всех, то есть Ямараш зовет Читрагупту и говорит, принеси регистр, и говорит, из этого регистра, куда ты записываешь все грехи человека, вычеркни все его грехи. Почему? Потому что он начал повторять святое имя. Это первая вещь, вторая вещь, которая происходит. Питамаха Брама, на Брамалоке, он начинает готовить тарелку с парфиналиями, чтобы совершить арати, чтобы поприветствовать того, кто будет проходить, когда человек будет подниматься выше, выше, выше до Брамалоки, чтобы попасть дальше за пределы материального мира, Брама в это время будет проводить ему арати. А и третья вещь. Шримати Радхарани говорит своей сакхи,
Принеси мой регистр моих подруг, моих служанок, и впиши имя этого человека, потому что этот человек не отправится в ад, отправится, станет Майцахи. Поэтому Рупа Госвами говорит, тот, кто повторяет свое имя, обычно. Это необычная личность, потому что обычный человек не может повторять. Кришна говорит Арджуне. Он говорит, о, Арджуна, и тот, повторяет мое имя, не является грехом, греховным. Допустим, люди могут говорить о чем угодно, там, о теще, о тесте, о свекрови, о ком угодно, но они никогда не будут повторять. Кто имеет вкус повторения, кто повторяет свое имя, кто в прошлом уже выполнил все места, посетил паломничество, всю арчану совершил, всю аскезу совершил. Кришна, Кришна, Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Харе, Харе. Бхагаван Капиладев говорит своей матери Девахути, кто может повторять свое имя? Это необычная личность. Если кто-то совершил четыре вещи в прошлом. Что это за четыре вещи? Первое. Всю аскезу он уже совершил. Второе. Все эти великие яги, Варша яги, Ашваметха яги, он совершил все виды жертвоприношений. Третье. Все виды пожертвований он совершил. Кто-то открывает там больницы, школы и так далее. Но человек повторяет, он уже совершил все виды пожертвований. И более того, тот, кто совершил все места паломничества, только этот человек, Дживагри, говорится даже не Дживагри, на кончике языка он повторяет святое имя. Кришна Чакратапура говорит, просто кончиком языка, если человек повторяет святое имя, неужели? Вот. Ну, если человек, даже который на кончике языка повторяет, настолько прославлен, что если повторяет, нормально повторяет, как бы всем и речевым аппаратом, то кто-то слушает катху ушами, насколько он удачлив, тот, кто с глазами созерцает Господа, тот, кто своими ногами совершает тулас парикраму, насколько он удачлив, или двумя руками служит Господу, тоже очень удачлив. Бхагаван сам говорит, человек очень удачлив. Гурудев дал нам эту малу. И Гурудев сказал, что я даю вам не малу, я даю вам Кришну. Вам в руки даю Кришну. Каждый день регулярно вы должны повторять святое имя. Махапрабху говорит, что с твердой решительностью веры вы должны повторять святое имя, установленное число кругов. Что значит повторять? Повторять святое имя, вы обретете все, потому что это читамани.
Все, что, о чем вы думаете, все вы обретете. Поэтому Гурудев говорит, никогда не заставляйте четки поститься. Что значит поститься? Это значит, вы какой-то день не повторяете. Если вы не повторяете какой-то день, это значит, вы не кормите Господа, не переодеваете Его, не пришепы не совершаете Ему. Если вы хотя бы один день не повторяете, особенно в этот месяц, месяц Дамодара, в этот месяц совершать Яма Севу. То есть у нас есть какой-то обет, повторяется то имя определенное число кругов каждого. В этот месяц нужно его увеличить, этот обет. Также, как приходить на арати, повторять Дамодараштуку каждый день в этот месяц. В шастрах говорится, как Кришна стал Рукмини, как Рукмини стал женой Кришны. Прошлое рождение, она каждый день повторяла Дамодараштуку каждый день. Она предлагала лампадку. Поэтому каждый день мы также должны предлагать лампадку и фитилек. Это называется Нияма Сева. Нияма Сева — это значит, следуя правилам предписаний. इसको रोज कर है और नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम सुचारु वक्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचार चितांग चंदनम नमामि नंदनम गुरुदेव इसो भजन करते थे और नमामि सच्चिदानंद रूप लासर कुंडला गोकुल राज यशोदा व्यालोका लाभाव माया परम विश्वमाजा रोज इसी महीना में जो स्तुतियों को राधे जय जय कृष्णदेव गुरुदेव रहते समय रोज ये भजनों करते थे इसलिए अपना घर में नियम सेवा में अपना घर में रोज रोज कृष्ण को каждый день старайтесь петь эти киртаны. Живя дома, каждый день старайтесь петь эти киртаны, тогда Бхагаван будет доволен. Когда мы совершаем стути Шримати Радхарани, то Кришна доволен. А когда мы прославляем Кришну, то Радхарани довольна. Итак, Нияма Сева. Каждый день старайтесь цитировать эти баджаны. Итак, мы сегодня посещали храм Харидева, это место, где Кришна держит Гирирадж. Джай! 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 Кришна держит Говардхан на мизинце левой руки.
Какая здесь, какой здесь урок? Гурудев говорит, что однажды Гурудев рассказывает историю, как спорит два попугая. Попугаиха на стороне Радхарани, а попугай на стороне Кришны. И Кришна говорит, ты знаешь, вот мой Кришна, он поднял Гириш Гурудев. А она говорит, да, ничего особенного. Кришна понял, да, но... А попугай спрашивает, какой рукой он поднял? На левой руке? На мизинце левой руки. Как? С левой, это значит... То есть слева находится Шакти, и он какой-то силой поднял. А кто? Сила Кришны, кто Шакти Кришны? Радхарани — это Шакти Кришны. Поэтому кто поднял на самом деле? Не Кришна, а его Шакти, то есть Радхарани. Друзья пытались поддержать Гирираджа Гурудхан, но мы знаем, что это не работало. Шримати Радхарани подумала Гирираджа Гурудхан. Почему? Кришна, как бы, почему Кришна поднимает Гирираджа Гурудхан? И ну, Исилие Кришна, не, а 10 минут сунати. Исилие Кришна, что Гирираджа Гурудхан дарне кия е. Так, почему и как Кришна поднимает Гирираджа Гурудхан? Какая есть сокровенная история за этим? Шначка Такур говорит, есть четыре причины, почему Кришна поднимает Гирираджа Гурудхан. Первое. Первое, чтобы остановить поклонение Индре. Господь сам останавливает поклонение полубогам. Бхагаватам говорится, что как Кришна приказывает Йогамайе, говорит, что ты родишься как младшая сестра Гокуле, и тебе будет очень много поклоняться в разных формах под разными именами. Амбика, Кали. Очень многие люди будут поклоняться тебе в материальном мире. Кто Кришну, кто Индру? Дарует пост Индре. Кришна дарует пост Индре. Кришна назначает тех полубогов. Почему же тогда Кришна остановил поклонение Индре? Сам он установил это поклонение, сам начал этот процесс. И ответ в том, многие люди поклоняются полубогам, но Кришна говорит, что вот те, которые уже пришли ко мне, те, кто принял прибежище у меня, то для таких людей не нужно обращаться к другим полубогам. А в Раджавасе кто? Это вообще моя форма, мое проявление меня. Они самые дорогие мне. И я становлюсь детьми этих проживателей, друзьями, возлюбленными. А они поклоняются Индре в раю. Это также, если мы корни дерева поливаем, то все дерево получает питание. Также и здесь, если Кришна говорит, если человек пришел ко мне и совершает бхакти мне, то это значит, что он совершает бхакти уже всем, то есть поклоняется всем, всем поклоняется мне. Все эти бесчисленные вселенные присутствуют во мне, говорит Кришна. Кришна в Гите говорит, о Арджуна,
У Арджуна нет никого выше меня. Я Парататтва, выше Таттва. Так же, как на, мы делаем гирлянду из цветов, жемчуга, также и все бесчисленные вселенные, они как на ниточку нанизаны. Я пронизываю их всех, являюсь их основой. Поэтому все эти, все Индра, Ваю, все полубоги, это все как бы мое проявление. Поэтому первая причина, почему Кришна поднял Гирираджа Гвардхан, чтобы остановить поклонение Индре, и также, чтобы прославить Гирираджа Гвардхана Махапрабху, когда дает Гирирадж Гвардхан и Гунджа Малу, Радханатхи Дасу Госвами говорит, что Гирирадж — это сам Кришна, а Мала — это Шримати Радхарани. Махапрабху сам говорит, что Гирираш — это сам Кришна. Это одна его форма. Вторая форма — это Вишну. С этим связана следующая история. Однажды Брама, Вишну и Махеш, они совершали очень сильные аскезы. И когда Радха и Кришна были довольны, они спросили, чего вы хотите? Почему вы совершаете так много аскез? Они сказали, Прабу, мы хотим родиться во Врадже. В какой форме? Как подруга Кришны, либо друг Брамы, Шива и Вишну сказали, нас нет, как бы мы точно не квалифицированы стать ни людьми во Врадже, ни птицами, ни зверями. Вот если на что мы согласны, это как бы да, достойны, это стать горами, чтобы разживать, чтобы ты являл очень много лил на нас. И Брама, Вишна и Махеш там не становятся. Соответственно, Брама стал Брамачар Парватом. Шива стал Нан. Тоже горой, на которой Анандабхава находится. А Вишну стал Гирираджа Гвардханом. Итак, это вторая форма Гирираджа. Одна — это сам Кришна, вторая — это Вишну, а третья — это Шримати Радхарани говорит. Гопи Радхарани говорят, когда они говорят эту шлоку, прославляющую Гирирадж, когда Раджагопи, они сидят дома, а Кришна ушел пасти коров, и они своим трансцендентным видением смотрят и видят, как Кришна, он ходит в лес в Раджа пасти коров, насколько Кришна красив, насколько он переполнен любовью. Они произносят эту шлоку. Кришна настолько прекрасен. Насколько прекрасна его форма. Он носит павлинье перо, красивую гирлянду, играет сладостно на флейте. Он, когда идет по земле, то земля считает себя успешной, удачливой. इसलिए गोपियां कहती हैं अगर इस जगत में
Так вот и говорят, чьи глаза успешны в этом мире. Кто успешен в этом мире? Это облака. Почему? Потому что Кришна темный. Облака темные. Облака думают, Кришна мой друг. И они как зонтик, облака как зонтик, они создают тень для Кришны. И также они омывают его дождем, прохладным дождем. Поэтому говорят, что облака удачливы. Чья еще жизнь удачлива? Все птицы во Врадже. Слушая флейту Кришны, так же как Муни, закрыв глаза, погружаясь в медитацию, они перестают щебетать и замирают. Они просто как Муни сидят на ветках и медитируют. Все эти птицы, они как бы очарованы этой игрой. Также кто удачлив, это коровы, телята. Потому что они также не изменяются в природе. Они, коровы перестают пастись, жевать кору, а телята перестают пить молоко. Чья еще жизнь успешна? Шардхарани и гопи говорят, а кто самый неудачливый? Это мы. Почему гопи говорят мы? Потому что мы не можем служить Кришне. Мы не можем совершать бхакти. Поэтому наша жизнь бесполезна. Радхарани произносит эту шлоку, прославляя Кириджи Гвардхан. Ведь наша жизнь бесполезна. Как нам обрести служение Кришне? Как нам обрести бхакти? Только мы это сможем, когда мы обретем милость садху. Поэтому пока мы не обретем милость садху, никто не сможет обрести бхакти Бхагавана. Только по милости вайшнав это можно. Без этих милостей невозможно. Бхарат Махарадж говорит, пока мы не примем прибежище великого святого, он говорит Рахуган, он говорит, о, Рахуган царь, не цитирование вет, не совершая никакой виды поклонения, никакие парикрамы не помогут. Даже став отреченным, это не поможет обрести Бхагавана. Обрести Бхагавана. Как же обрести Бхагавана? В чем выход? Только когда ты примешь прибежище у чистого, преданного. Без сатусанга нельзя обрести бхакти. Шастра говорит, что 1/11 секунды общения с садху дарует тебе совершенство. Итак, среди всех садху самый высший, кто Кириджи Гвардхан, в этом году говорят, называют его Харидаса Вари. Среди всех Харидасов он самый высший Харидас. Первый Харидас – Юдхиштхир Махарадж. Второй – это Удава. А третий идет Кириджи Гвардхан. Самый лучший среди них трех. Потому что когда Кришна отправляется пасти коров, что он делает? Он Гирадж, он подстилает свой язык, чтобы Кришна ступал как бы, да, по-мягкому. Он предоставляет все водопады. Что это за водопады? На самом деле слезы, эстетические слезы.
Радхарана, Гвардхана, а трава на Гирираджи Гвардхане — это что? Это волоски. И она встает, когда Кришна касается своими стопами поверхности Гирираджи. Трава поднимается от переполняющих эмоций. В каждой пещере, в каждой кунже Гирираджи Гвардхана Кришна совершает все эти непревзойденные лилы. Также мы когда совершаем пишеку, то Гирираджа тоже предлагает 5 ингредиентов для пишеки. Это что? Коровы дают молоко. Из этого, из него делают второе дахи. И третье из этого ги делают ингредиент. Затем на Гвардхане растет сахарный тростник, сахар и вода также. Поэтому эти 5 вещей Гирираджа Гвардхан дает для абхишеки Кришны. И этим мы совершаем абхишеку. Так. Гирираджа, он сам этими 5 вещами совершает абхишеку. Также он предоставляет прекрасные кунды, например, Рада Кунда. Кришна совершает омовение Артха Кунде, он кушает вкусные плоды Гирираджи Гвардхана, собирает цветы на Кусума Саровари, Шимати Радхарани собирает цветы, и они делают красивые гирлянды для Кришны. Так Радхарани говорит, что это Гирираджа Гвардхан, это лучший среди слуг Хари. Но Гурудев, чтобы Наранга Сами Махарадж, он еще добавляет, что Гирираджа не просто Харидас, Харидаси, но служанка. Служанка имеет женскую форму. Как это? Потому что мужчина не может участвовать в этих лилах, поэтому он принимает форму даси. Почему же он принимает именно форму камня? Почему? Потому что тогда мы, Шри Радха Кришна, не будут стесняться его присутствия. Мы вот в ванну, когда заходим, мы снимаем одежду, и мы не стесняемся, потому что мы знаем, что стены, они как бы не смотрят на нас. Также и Гирираджа Гвардхан принимает форму. Он знает, что если я буду в другой форме, не в форме камня, то я не смогу видеть танец расы. И также, когда Кришна касается стопами Гирираджи Гвардхана, то тот проявляет аштасатвика викары, 8 признаков экстаза, один из которых стамба, то есть оцепенение, он становится твердым, застывает. Так, если мы обретем милость Гирираджи Гвардхана, то мы тогда сможем обрести бхакти Кришне, Бхагаван с бхакти. Итак, первая причина, если вы хотите поклоняться, а если хотите, чтобы попросить Гирираджа Гвардхана, то попросите Гирирадж Сарвабишта Прадата, он тот выполняет все желания. Поэтому если вы хотите попросить что-то духовное. Гурудев говорит, что тот, кто совершает парикраму, Господь, то так уже сам следует по пятам за этой личностью. Почему? Потому что совершает аскезу ради Господа. Но люди что обычно просят? Деньги, семью, детей. Гирирадж это легко дает. Но если мы попросим бхакти, то Кришна так легко не дает. Почему? Он будет присматриваться. Почему? Потому что Кришна думает, если я дам этому человеку, а Гирираджа думает, если я дам человеку бхакти, то он подчинит эту самого Кришну, потому что Кришна подчиняется любви преданному. Поэтому без всяких материальных желаний, имея только духовные, мы должны поклоняться Гирираджа Гвардхана. Он тогда даст бхакти. Поэтому, милости Гирираджа, мы можем обрести все, что угодно. На самом деле, много славы Гирираджа. Мы слушали одну причину, почему Кришна приостановил поклонение Гирираджа Гвардхана. В следующей лекции я другие 3 причины также вам расскажу. Джай! Джай! Jai Premananda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Sita Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Hare. Blessed Brijbin K, Bhakta Brinda Ki, Jai. मैं स्वस्ति वाचन पढ़ लेता हूं अब हाथ में फूल ले लो आप लोग अलग-अलग ग्रुप में बैठे ना सब एक साथ में आप लोग सब एक साथ में बैठे हो सबका हाथ में थोड़ा फूल दे दो सब साथ है हो लेकिन ये जो सुलोचना देवी इनका तो फोटो बढ़िया दिख रहा है आप लोग का अंधकार लगा दिख रहा है स्वस्ति न गोविंदः स्वस्तिनो स्वस्तिनो अच्युतानन्तौ स्वस्तिनो वासुदेव वासुदेव विष्णोर् दधातु स्वस्तिनो स्वस्तिनो वैनतयो हरिः स्वस्तिनो अञ्जनासुतो अञ्जनासुतो हरीर हरीर दधातु दधातु स्वस्ति 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 सुमंगलाय केशव महान श्री कृष्णा सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर दधातु दधातु लाभस्तेषां लाभस्तेषां जयस्तेषां जयस्तेषां पुतस्तेषां पुतस्तेषां पराभव पराभव इंदिवरस्याम हृदयस्थो हृदयस्थो जनार्दन जनार्दन माधव 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 वाची वाची माधव 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 हृदि हृदि स्मरन्ति स्मरन्ति साधवा सर्वे साधवा सर्वे सर्वकार्येषु माधव श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर निवासादि श्री गौर भक्त बोल हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम उसका सर को पर फूल दे दीजिए उसके सर में फूल दे दीजिए बोले श्री गिरिराज महाराज की निश्चिंद देव की श्रेष्ठ प्रसाद महाराज की मंगलम भवतु कल्याणम भवतु सुखी भवतु उसका नाम क्या है हाँ वृंदा देवी की Thank you.
еще хотела сказать. Компьютер не закрывай, ладно? Угу. Часто не надо закрывать. И вообще, уйди, короче. Харе Кришна, Хари Бол. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Окей. Харшо. Хорошо. Радха Рамана Дас ки. Джай. Ладини Деви ки. Лалита Сундари ки. Джай. Ананга Мохан ки. Санатан ки. Индулекха Даси ки. Манимандир ки. Джай. Кришна Дас Бринда Деви ки. Лалита Сундари ки. And another name? Окей, Аннапурна Анупама ки джай. Нитай Гаур Брахмананде Хари Хари. Харе Кришна, всем поклоны. Харе Кришна, поклоны. Гурудев ушел, видимо, рады, рады. Гурудев не ушел, вон он пишет. А, да. Трибол.